Национальная армия Афганистана за последние сутки уничтожила более 100 боевиков, еще около 100 получили ранения, сообщила в воскресенье агентство Кхама Пресс. В соответствии с заявлением Министерства обороны Афганистана, в ходе спецопераций, проведенных на территории страны, были уничтожены 103 боевика, еще 97 получили ранения, 10 удалось задержать. В министерстве также сообщили, что в ходе операции погибли 17 солдат афганской армии. На территории Афганистана действует радикальное движение «Талибан», правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками.